«Комсомольская, 55», сейчас «Староказацкая». Режиссер не стал в фильме менять название улицы, что есть редкость. Главные герои фильма приехали к той женщине, которая во время войны потеряла детей, а Сергей и Варя вырастили их и воспитали. Вот Комсомольская, 55. Этот дом есть и сейчас. Пойдем сюда. А вдруг она не получила нашу телеграмму, а? И я был во дворе в 2018 году. Дом это тот, вы увидели, как он выглядит. Ну вот, показал вам все узнаваемые места нашего города. А в завершении обзора скажу, мелодраму «Верую в любовь» обошли вниманием. И на мое мнение, она оказалась недооцененной. Таковой она остается и сейчас. Между тем, фильм получился качественным, лиричным и с добрыми, правильными и благородными героями, которые честны и с другими, и с собой. А вы знали, что существует продолжение фильма «Парень из нашего города»? Нет? Тогда смотрите прямо сейчас. С вами, как всегда, ваш Виталий Пескун и канал Little Way. Пока, друзья. До свидания.